Это Староместская площадь. Сейчас попробую ее обойти на 360 градусов. Пока что я еще ничего тут не знаю, просто вижу, что очень красиво. В будущие дни придется разобраться, кто есть кто и что есть что. Движемся по часовой стрелке. В церкви. Удивительно, конечно, город сохранился в замечательном состоянии. Повезло, и войну пережил, Вторую мировую. Ну вот мы и обошли 360 градусов.